Бухгалтер – это всегда ответственно и очень серьезно. Но если внимательно приглядеться к представителям этой профессии, то можно увидеть огромный творческий потенциал. Взять, к примеру, эту вечеринку в испанском стиле, которую организовали по случаю профессионального праздника. Некий шаман предприятия, да, то есть руководитель это, наверное, все-таки вождь компании, а бухгалтер это шаман. Поэтому мы любим шумные праздники, делать это все весело. Это наш профессиональный праздник, самый лучший праздник из многочисленных из всех. Бухгалтер, работа у него тяжелая очень, достаточно, то есть нужно много внимания, напряженно достаточно работают. Вот это возможность, во-первых, пообщаться с коллегами, причем в такой праздничной атмосфере. В знаменитом испанском танце фламенко главная партия всегда женская. То же самое и в бухгалтериях большинства предприятий, где в основном представительницы прекрасной половины. На работе ты должен быть профессионалом, дома ты должен быть женщиной, которая любимая, любящая. А как любимая, любящая женщина, она должна нести позитив и радость в семью. Коли у нее будет все прекрасно в семье, у нее однозначно будет все прекрасно на работе. Это все взаимосвязано. Это же касается и хорошего, качественного праздника, которого заслуживает каждый. Ну или в нашем случае каждая, кто также хорошо работает. Хочется наш ноябрь, хочется внести солнце, яркости необычные. Соответственно, ну вот пришла в голову сделать вот некая такая бух-фиеста. Мы, конечно, не нарядились как испанцы, но все равно что-то, какую-то изюминку внесли в свой коллектив. Есть такой стереотип, что люди этой профессии очень любят песню «Бухгалтер, милый мой бухгалтер». Но так ли это на самом деле? Лучше узнать у них самих. Ну, на праздник очень любим ее слушать, когда коллеги поют, когда сотрудники приходят, поздравляют. Вот эта песня, она все уже приклеилась к нам. Ну, еще такого ни разу не было. Может, еще в перспективе кто-нибудь споет, но пока этого не было. Да постоянно включают даже на всех праздниках. День бухгалтера отмечают 21 ноября. Это дата подписания закона о бухгалтерском учете. И несмотря на то, что данный праздник пока еще не официальный, желающих его отметить красиво, стильно и с юмором с каждым годом становится все больше.